Готовились к следующему выходу, на сцене появился Александр Шевченко. Come on.
12-2, рост 178 сантиметров, основные параметры фигуры 80-60-90. Учится 48-й школе, мечтает стать известной топ-моделью и победить в конкурсе. Номер 3. Фея Луговая, 21 год, рост 176, параметры фигуры 87-5-8-87. Учится в Нижегородском техническом университете на экономическом факультете. Мечтает стать звездой не только в мире цифр и модельном бизнесе, но и вообще в жизни. Параметры фигуры 86-60-89. Учится в Нижегородском коммерческом институте на юридическом факультете. Любит экзотические страны и статных мужчин, которых и собирается защищать в будущем, став адвокатом. Номер 4. Ольга Иголкина. 16 лет, 182. Параметры фигуры 85-60-86. Учится в школе и сегодня набирается опытом в модельном агентстве «Люсай». Мечтает занять любое призовое место в нашем конкурсе, что вполне реально, и в целых 3 текущие номинации. Номер 11. Светлана Скворцова. 19 лет, рост 176, параметр фигуры 89-61-90. Учится на третьем курсе Нижегородского института менеджмента и бизнеса. Мечтает иметь собственное рекламное агентство. Номер 16. Ольга Плачкова, 15 лет, рост 178, параметры фигуры 83-60-94. Учится в школе и любит мягкие игрушки. Мечтает о профессии юриста и миллионе алых роз. Номер 9. Мария Хлыбова, 21 год, рост 181, параметры фигуры 86-60-92. Учится на юридическом факультете Нижегородского университета, обожает развлечения, море и солнце, а в будущем мечтает стать квалифицированным специалистом в области юриспруденции. Номер 8. Светлана Кудряшова, 15 лет, рост 173, параметры фигуры 86-59-90. Учится в 183-й школе, собирается стать известной моделью, для чего будет поступать в Академию государственной службы. Там, видимо, и готовят. Понятно, почему в стране такой бардак. Светлана хочет своих мягких игрушек и не может устоять перед сладким. Номер 5. Ольга Усанова, 14 лет, рост 175 сантиметров, параметр фигуры 88-57-87, учится в 25-й гимназии и мечтает, как это и положено, в ее возрасте о карьере модели и счастье людей во всем мире. Номер 1. Екатерина Гринчевская. 16 лет, рост 170, параметры фигуры 86-58-90. Учится в политехническом колледже, после окончания которого собирается штурмовать журфак Нижегородского университета, а в конце концов мечтает сделать карьеру на телевидении. Номер 14. Надежда Гурова, 14 лет. Рост 169, параметр фигуры 83-57-84. Пока она отлично учится в 47-й школе, мечтает о работе в престижном модельном агентстве и дальнейшей учебе в университете, а также о том, чтобы всем вокруг было хорошо, и ей в том числе. Yeah.
Захарова, номер 10, 16 лет, рост 175, параметры фигуры 90-60-90. В этом году поступила в Нижегородский лицей, где будет осваивать профессию дизайнера. Мечтает о карьере манекенщицы. Номер 13, Ирина Пасхалатьева, 17 лет, рост 170, параметры фигуры 86-58-88. После победы в конкурсе мечтает стать депутатом Госдумы. Но прежде, естественно, собирается окончить исторический факультет Госуниверситета. Номер 13. Ольга Казакова. 25 лет, рост 172, параметры фигуры 84-62-92. Самым серьезным образом собирается максимально реализовать все свои возможности и успеть как можно больше сделать в этой жизни. Под номером 2 Наталья Ренковская, 19 лет, рост 175, параметр фигуры 86-62-90. Учась на юридическом факультете коммерческого института, в будущем собирается стать директором крупной фирмы. Любит вкусно поесть и сладко поспать. Как раз качество, необходимое для директора. Thank you.
состязания прошли Екатерина Гринчевская, номер один. Наталья Витковская, номер два. Ольга Пусанова, номер пять. Елена Плитко, номер семь. Светлана Кудряшова, номер восемь. Мария Плывова, номер девять. И Надежда Бурова, номер 14. Thank you.
И мы начинаем наш финальный тур. Yeah. Just being now I'm falling. It's a river.
волнующий, самый эмоционально насыщенный момент – подведение итогов и церемония коронации. Мы приглашаем всех участниц конкурса на сцену. Наталья Линковская. Ольга Установа. Елена Хлебко. И Мария Хлыбова. А также все девушки, которые создали сегодня замечательное настроение всем присутствующим в этом зале. Давайте наградим их аплодисментами. Дорогие друзья, я думаю, будет справедливо, если мы сейчас пригласим на сцену двух замечательных мастеров своего дела, хореографов, которые так упорно, так успешно работали с участницами нашего конкурса. Это Нина Тимофеева и Лариса Чепышева. Пожалуйста. Спасибо вам. А также я хочу пригласить на сцену главного садовника Нижнего Новгорода на сегодняшний день, во всяком случае, Водовьера Максима Засыпкина. А сейчас, уважаемые дамы и господа, мы огласим основные итоги конкурса «Мисс Нижний Новгород 98». Итак, первый вице-мисс конкурса «Мисс Нижний Новгород 98» стала Екатерина Гринчевская. Вторая вице-мисс Мария Хлыбова. Победительницей конкурса «Мисс Нижний Новгород 98» стала Наталья Линковская. Многочисленные подарки, в том числе ключи от автомобиля «Волга», и надеть корону победительницы, наша королева красоты должна облачиться в соответствующий наряд. А пока овации в честь самых красивых девушек Нижнего Новгорода, и мы будем с нетерпением ждать появления на сцене королевы красоты. Для вручения специальных призов от компании «Арифлейм» слово предоставляется генеральному директору «Арифлейм» Нижний Новгород Кирилл Владимирович Чукаев. Пожалуйста, Кирилл Владимирович. Я очень рад, что у нас в Нижнем Новгороде так много поклонников красоты. И мне очень приятно отметить, что в тех прекрасных образах, которые мы сегодня видим на сцене, есть и наш небольшой вклад. Дело в том, что мы – это официальная косметика, и весь макияж, который, без сомнения, украсил наших девушек – это косметика «Орифлейм». По традиции мы спонсор мероприятий, связанных с красотой. Это конкурсы красоты, это шейвинг-шоу. И каждый раз я знаю, что в зале много людей, которые часто приходят на данные мероприятия. Мы дарим корзины, корзины с косметикой. Эта роза выдержана в синих-белых цветах. Мы дарим каждой участнице. Мисс Орифлейм стала участницей под номером 5 Ольга Усанова. А каждая из красавиц получила корзину с косметикой из новой серии Skin Structure. Самые красивые глазки, по мнению зрителей зала и работников центра «Визус-1», у конкурсантки под номером 14 «Буровой Надежды». Фирма «Флокс», которая предоставляет путевку в Париж, Марии Хлыбовой. Мария, вылет 15 сентября, не опоздайте.
Мисс Европа Плюс стала Бурова Надежда. По мнению фирмы «Люксайт», самые красивые ноги у Вдовиченко Светланы. А сейчас я с удовольствием хочу объявить, кто же стал победителем «Сей» в номинации «Девушка с обложкой», которая уже традиционно учреждает программу «Глянцевые новости» телекомпании «Волга». Итак, в этой номинации победила участница под номером 7 Елена Клепко. Она получает приз от нашей программы, годовую подписку на журнал «Космополитен». Мисс Ведомости стала Светлана Кудряшова, номер 8. Мисс ТВ стала Софья Пинхасова, номер 15. Мисс Радуга стала номер 1 Екатерина Гринчевская. Наталья Ленковская. Автор этого замечательного произведения искусства, я имею в виду одежду, Людмила Кольцева. Салон «Модный дом». Для проведения церемонии коронации я приглашаю на сцену обладательницу титула «Мисс Нижний Новгород 97» Ольгу Дмитриеву. Ну, то есть это традиционный ритуал передачи переходящей короны. Оля, как вообще? Подойди, пожалуйста, сюда. Как тебе в течение года... Нет, мой микрофон не выдержит ее роста. Давай вот так. Как тебе в течение года носилась эту корону? И с каким чувством ты расстаешься сейчас с ней? Вы знаете, с чувством... Вообще, я в восторге, я очень рада, я болела за эту участницу. И поэтому я очень рада, просто счастлива. Этот год прошел у меня очень интересно. И, наверное, это был... самый интересный год в моей жизни. Я просто знаю, что вообще-то победительницы конкурса красоты, они занимаются какой-то благотворительной деятельностью. У тебя был этот элемент, да? Ну, я думаю, что у меня еще все впереди. Ага. Это тоже по-нашему. А сейчас нет. Слова всегда есть. Сейчас мы приглашаем на сцену нашего гостя из Москвы, Александра Шевченко, который споет свою песню. Нашего сегодня. Это то, что останется с нами навсегда, вместе со всеми, с каждой из прекрасных стоящих на этой сцене девушек. И со всеми вами, друзья мои. Дорогие друзья, впереди еще главный приз. Куда же вы пошли-то? Не расходитесь. Все еще не закончилось. Ты видишь сны о чудесах, и кровь жены над моим небом. Одной бессонной головой ты просто спишь и видишь сны, и в ожидании чудес ты поплаваешься весне, но все известно наперед. Thank you.
является нашим. Машина автомобиль года 3110 стоит в дворе, да? В дворе Тюрса. Вы давно вообще автомобиль стоит? Будешь все правы. Какой заведется, на том увидишь. У меня вопрос с убедительности. А ты водить умеешь? Нет? Жаль, а то вы сейчас смеете в машине, поэтому я принимаю пирсом компании «Волга». Следующая моя задача будет мне получить права, а тогда все. Всех, кто я там обещала запомнить, смотреть на то. Я поздравляю тебя. Что ты можешь сказать сейчас, в этот момент, когда тебя выбрали самой красивой девушкой нижней Новгороде? Вы знаете, я не знаю, что сказать, я очень волнуюсь, но я ужасно благодарна всем. Ты меня выбрала, ты меня поддерживала, своей маме, своей подруге, члены жюри, девушку, которую финалисты. Спасибо большое всем. Спасибо всем. Я не надеялся на три. А вам, уважаемые зрители, большое спасибо за внимание и до новых встреч на конкурсах «Мисс Нижний Новгород». Сейчас вы открываете машину. Ну, так, пока она за машиной, мы у нее берем интервью. Кто там стоит? Вот он, Саша. Пока здесь девушка. Так, давайте я открою, пока дверь. Открывай, она же не может двигаться. Вот этот. Она могла бы встать, можно, пока возле машины. Смотри вот сюда, Наташ. Сюда смотри, Саша. Вот. Позови там этих, что есть? Я готов. Наташа, я знаю, что о машине вы мечтали очень давно и участвуете, по-моему, уже даже в втором конкурсе, где приз машина. Зачем вам так нужна машина? Вы знаете, мне, наверное, скорее всего, не машина нужна. Мне просто хотелось победить. Так как это второй мой конкурс, мне очень хотелось победить. А машина – это как бы очень приятно.